Китай продолжает открывать свои рынки капитала. В Китайском комитете по контролю над ценными бумагами сообщили, что расширят доступ к рынку акций для инвесторов из-за рубежа. Речь идет о двух категориях иностранных граждан. Первая – это физические лица, работающие в материковой части Китая. Вторая – те, кто работает за границей, но в компаниях, котирующихся на китайском рынке акций. При этом они должны участвовать в опционных программах. Удовлетворяющие этим условиям лица теперь смогут открывать счета для операций с акциями. Отмечается также, что эти индивидуальные инвесторы должны быть из стран или регионов, чьи регуляторы ценных бумаг установили нормативное соглашение о сотрудничестве с китайской стороной. Нововведение вступит в силу 15 сентября.